Ассалаумағалейкумдер. Асылы брат, мәшін келді, аман есен. Мәшін жағдай жақсы. Көңілден шықты жағдай. Рахмет, Алла разы болсын. Вот машина. Машина очень красивая, хорошая, вообще не битый автомобиль. Два бампера покрашены и капот из-за царапок покрашен, и больше ничего нету. Вся заводская машина в идеальнейшем состоянии, вообще никаких вложений не требует. Очень мне понравился данный автомобиль, достойный очень вариант. От багажника к пакес. Нормально, ах, перес. Չէ, վիդեո եմ հանում, ուղարկեմ։ Տաս տասնինգը նորմալ է։ Տաս տասնինգը պաս։ Вся заводская вот машина, как вы видите, вот вообще ни одной крашеной детали. Заводской автомобиль, заводская краска. Вы хорошо знаете, что в это время найти такой автомобиль, чтобы не битым был, заводской краски был, это очень трудно. Вот только капот покрашен у автомобиля из-за царапок, даже замазки вот нет. Очень хорошо сделано, даже не различать, что это крашено. Остальное все, как вы видели, в заводском состоянии. Даже царапок по кузову нет. Вот покрышки.
Данлоп в хорошем состоянии. Сзади вот багажник, посмотрите, здесь какой чистый, прям аккуратный все. Домкрат, запаска, ключ, все есть у автомобиля. Днище в идеальнейшем состоянии, ни капли ржавчины, ничего нет. Кондиционер тоже работает. Нерабочего ничего нету автомобиля. Салон очень свежий, вот посмотрите, и очень хороший материал, алькантаровый салон. Потолок весь чистый, аккуратный. Вот этой ручки только нету в салоне, остальное все в идеальном состоянии. Вот просто идеальный вообще автомобиль. Обивки дверей в идеальном состоянии. Водительское сиденье в идеальном состоянии. Потертости ничего нету. Подлокотник тоже. Вот здесь переключатели, подстаканники, все в идеальнейшем состоянии. Пассажирское сиденье тоже. Торпеда в идеальном состоянии. Руль, мультируль, задняя камера. В общем, все в идеальном состоянии. Вообще никаких вложений машина не требует. Сейчас двигатель покажу, потом кондиционер проверим, посмотрим все. Подкапотное пространство, просто посмотрите, в каком состоянии. Шашки все заводские у автомобиля. Аккумулятор новый. Все в заводском состоянии прям. Даже не слышно, вот как работает двигатель. Никаких потеков, ничего нет. У меня краска та сахарная. У меня скажется, что сапац чели, царас чели, удар кинется. Просто звук царапки. Вот здесь посмотрите, что машина не был битым. Просто из-за царапок покрасили. Вот это все об этом говорит. Фирки заводские все. Листы. Мятель хетевис на калем гасту. Вообще не дымит автомобиль. Вы сами вот увидели, в каком состоянии. Никаких лампочек, ничего не горит у автомобиля. Пробег 107 тысяч миль. Пробег тоже очень хороший. Кондиционер сразу начал дуть холодным воздухом. Четко работает. Вот задняя камера тоже есть у автомобиля. Вот посмотрите. В общем, в идеальнейшем состоянии автомобиль. Мне очень понравился. Срочно дайте ответ, потому что много клиентов, чтобы ответить человеку, вы хотите или нет. Но машина в достойнейшем состоянии.